Общественная приемная партия «Нур-Отан» принимает очередных нуждающихся среди записанных на прием люди с разными проблемами. 45-летний Арзуман Мамлиев – инвалид третьей группы. Многодетный отец, имеет букет болезней. Перенес инфаркт, страдает сахарным диабетом и имеет проблемы с позвоночником. Живет Арзуман только на пособие и с досадой говорит, что при всем желании не может трудиться. Поэтому пришел с просьбой оказать ему материальную помощь. Отправляет мне собес, чтобы мне нашли работу. Специалисты собеса смотрят, какую мы можем работу подобрать, если человек стоять не может долго. У него гриж парализован, двигается еле-еле. Понимаете, что такое? То есть обращаешь тек, он меня целует, поликлиника номер один, поликлиника номер один, говорит, история болезни дали, типа они, грубо, они решают. То есть круг, замкнутый круг. В основном сегодня граждане поднимали вопросы обеспечения жильем, жилищно-коммунальной сферы, трудоустройства, но некоторые жалуются на действия отдельных должностных лиц. Большой интерес у населения вызывает возможность получить государственное или арендное жилье. Судя по количеству обращений, можно сказать, что именно в этой сфере накопились вопросы. В этой общественной приемной граждан принимает руководитель государственного и правоохранительного органа, курируемые социальные сферы области. Целью оказания консультативно-разъяснительной работы. Такие встречи с гражданами в общественной приемной правящей партии проходят регулярно. Часто подобные приемы граждан воплощаются в реальное решение их проблем, говорят нур-отановцы. Лиза Сакева, Алексей Уразов, программа «Факт».